Сколько время? Около два. Должно быть. Надо озвучить, что сегодня 29 апреля 6-го года. Нет, 16-го. А температура? Температура близка к точке замерзания. Покажи, что тут везде иней. У меня экран замерз. Желаю успеха. Шел третий час рыбалки. Ты рюкзак бы снял? Или у тебя там батарея какая-то с аккумулятором? Подогрев стены делаю. Там горячие пирожки. Короче, все, я обосрался, пошел туда врать. Я понял. Надо сначала забросить в речку кашку. Вот так вот примерно. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. И пять. Вот. Так, сейчас только полпятого. Теперь берем удочку. Забрасываем крючок с наживкой туда же, куда кидали кашку. Садимся и ждем поклевки. Наслаждаемся пением птиц.
пляжем. Пляжем весенним. Плотва очень привередливая на сегодняшний день и почему-то клюет очень-очень нежно. Видимо, недостаточно еще вода прогрелась. Была поклевка, и я ее проспал. Нет, как сказал Рогозин, что-то пошло не так. Откидываем второй раз.
все, что ли? На краю стройки. Смотри, какой размер солидный. Такая вот плотвичка. Красный класс от Сергея Самойленко. Вот результат нашей сегодняшней рыбалки. Здесь еще не только плотва, а вот такие вот изи.
Аж в сторону ведет. Такой размер. Два вершка. Такую тоненькую удочку приятно. Страшно. Подлещику мог отнести, либо выбрасывать.